Яна Рудковская высказалась о конфликте между ее мужем и хореографом группы Этери Тутберидзе Алексеем Железняковым. Этот бой был бы интересной историей. Я не знала, почему Алексей Железняков так себя повел. Это было очень странно, ведь мы никогда никого не трогаем, но все время трогают нас. Недавно была новость, что спортсмены Академии живут в каких-то сараях. Мы вынуждены на это отвечать и делать какие-то контрвыпады, показывать реальные домики, где живут спортсмены и их территории. Скажите, кому это надо было? Ответ очевиден. Мне было удивительно, что Алексей, который представляет команду Тутберидзе, оскорбил моего мужа. Я слабо верю, что кто-то из штаба Евгения, а у него очень много тренеров, мог бы оскорбить Этери Тутберидзе или Сергея Дудакова. Если есть какие-то вопросы ко мне или к Евгению Викторовичу, или к нашим другим тренерам, у вас есть наши телефоны. В противном случае все дальнейшие действия мы будем считать провокацией. Извинение Алексея делает ему большой респект, в том числе и с моей стороны. Только сильные люди могут признать свои ошибки. Но все-таки нужно принести извинения лично, так как они носили оскорбительный характер.